Отлично, Скорпион! Пошли искать неприятностей! Кто-нибудь к пулемету! Я тебе прикрываю! Нашел один из черепов предков. Проявляй к нему почтение. В нем спит могучее колдовство. Ты нашел священный череп уларов, Скорпион. Они принадлежат нашему народу, но рассеяны по всему Панау. Собери их для нас.
обнаружили. Пришлите подкрепление. Обойти его. Выходи, оторвы!
Перестройся! Найти несколько монет. Работа грязная, но кто-то же должен ее делать. Позволь мне представиться. Меня зовут Разак Разман. Некоторые называют меня Бритва. Я предводитель отряда, известного как Тараканы. Я слышал, тебе не повредит помощь. Точно так. Я слышал о твоих достижениях, Скорпион. Я делаю то, что нужно, чтобы выполнить работу. Это хорошо. Надеюсь, что мы сможем достичь взаимовыгодного соглашения. Между нами, мистер Разман, у меня свои цели. Мне велено найти и убить одного американца. Интересно. Расскажи еще. Очень опасного человека, за голову которого назначена награда. И мне Конечно. Если ты будешь работать на меня, тебе откроются все преимущества нашей организации. Как будто ты один из нас. Я готов работать, если вы будете держать меня в курсе событий. Сразу к делу, без лишнего трёпа. Я это уважаю. Договорились. Я деловой человек, Скорпион.
Поставляю то, на что есть спрос. Спрос в Панау уже перерос мои возможности. Пришло время расширяться. Пелабуханса-Ундагар — крупнейший порт в Панаму. И всегда был перевалочным пунктом для контрабанды. Для деловых людей вроде меня. Увы, президент ввел запрет на любые коммерческие операции в порту, кроме правительственных. Я хочу, чтобы ты помог нам завладеть этим портом. Пелабуханса-Ундагар должен перейти к новым хозяевам. Так, отведи меня в гавань. Оттуда я смогу взломать сеть лаборатории и сменить коды доступа. Давай выдвигаться. Но помни, если я погибну, ты провалил свою работу. Я его не вижу! Мы не можем попасть внутрь. Скорпион, ты должен найти лазейку и отыкрить нам вход с той стороны. Удерживайте позицию, тараканы, и перекройте Скорпиона. У нас есть доступ в гавань. Шевелитесь! Нам нужно захватить следующую баррикаду. Удерживайте позицию! Они отступают. Двигаться вперед. Противник, я его вижу! Снайперы! Убей их, Скорпион! Он! Отлично! Шевелитесь, тараканы! Чисто! Пошел, пошел, пошел! Мы почти на месте, тараканы! Тревога! Они прорываются на центральную пристань! Держитесь, парни! В атаку! Вот он! Он там! Получай! Тебе конец! На землю! Орудийное гнездо! Скорпион, сними его! Атакую! Уйди! Впереди чисто! Двигаемся! Мы на месте. Прикрой меня, Скорпион, пока я взломаю систему на этом терминале. Держитесь, тараканы. А вот и правительственные шакалы. Черт возьми, убери их. Мне просто нужно, чтобы как бы... Я вот тут... Он там! Ублюдок! Держись! Я почти закончу!
теперь повеселимся. Теперь Панау насладится преимуществами свободной торговли. Я, по крайней мере, точно наслажусь. Ой, ой! О, да! Ну ты же знаешь про главарей повстанческих группировок, да? Но все равно предупрежу. Тот, которого зовут Бритвой, самый опасный. Из всех тараканов он более всех заслуживает это имя. Он режет людям глотки для удовольствия и купается в крови. Президентская полиция нравов взяла нашего общего друга Карла Блейна. Его очистят вместе со всеми прочими подозрительными элементами на острове. Будем надеяться, что его не вычистят из жизни напрочь. Смотрите, это скорпион! Thank you.
Подкрепление прислали! Вот и мы. Ха-ха! Я вижу этого труса! В атаку! Ура! Пошли, пошли, найти его. Нам сообщают о перестрелках и вспышках насилия, имевших место сегодня днем в Пануанской гавани Пелабуна. Представитель военной полиции сообщил, что на данный момент ситуация полностью под контролем. Ни одна организованная преступная группировка не использует гавань для своих целей. Снова погибшие во внутренних землях. Найдены тела более чем 20 наших солдат. Правительство подозревает, что за беспорядком и кровопролитием стоит террорист и убийца, известный как Белый Тигр. Противостоит порядку, Скорпион. Тот, кто хочет нарушить порядок, скоро увидит, что Панау — это просто настоящий лунопарк хаоса.
с нашего самолета, который недавно сбили. Такие чемоданы теперь разбросаны по всему Панау. Поищи их для нас. Слезай оттуда! Пассажиров брать не велено. Ой, это ж как тебе обидно будет. Нет новостей об облаве на Белого Тигра, организованной силами сотен солдат и полицейских. Белый Тигр продолжает сеять панику по всей стране. Ходят слухи, что у него сотни последователей, твердо уверовавших, что он Бог во плоти. Oh, my God.
Его. Я тебя вижу! Ублюдок здесь! Атакуют! Противник в секторе! Стрелять в чужаков без предупреждения! О, ты нашел отличнейший чемодан! Превосходная работа, Скорпион.
выше головы! Ему не уйти!